Ну что ж, попробуем пройти, в общем-то. Пройдемте сам битву с немножко сильнее босса. Не видели адмирала? Так, нет, не видел. В общем-то, он же мертв, увы. Так, берем глаз не только патроны. Можно будет с тигадом разобраться сейчас вот. Очень быстро. Надеюсь, сейчас не глючит хотя бы. О, черт! Нет! Мимо этой твари мне не пролететь! Ты должен убить ее, Номад! И как вы предлагаете мне это сделать? Ну да, как интересно. Сейчас, думаю, узнаем. Да куда пошел ты? Куда ты пошел вообще? Маскировка. Черт, меня что-то задевает тут. Только я пойму, что именно. Ой-ой-ой-ой. Сволочь, а. Сукин сын! Ну да. А, так, сохранение отлично сработало. Только что-то мне... Так, тихо, тихо, что за... Номад, держись, попробую ее ослабить. Далеко не уходи, кажется, работает. Так, можно пулемет взять быстренько. С пулемета не справится. Здесь меня не заморозит здесь вот, а? А, ты что закончил? Пуляться, в общем, заморозка этой пушки замораживающей. Получай, говняк. Тихо, 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 тихо. Нам еще куда стрелять нужно по нему. Так, еще пролетели. Недостаточно энергии. Блин. Так мне бы... Черт, чуть не убило. Так, беру патроны к пулемету. Сохраняюсь на этом месте. Да, что ты делаешь? Только по мне не залпом не стреляй. Так, патрон еще вижу к пулемету. Давай, что ли? Что, все, наконец-то. О, завалили все-таки его. Это скелет, в общем-то. Готов, ублюдок! Они уходят! Держись! Я снижаюсь! А вот красные наши, в общем, друзья летят на автоле. Псих, в общем, с сиреной. Поднимитесь на борт, новая задача. Покиньте тонущий корабль на транспортнике. Ну все, да, на этом корабле все погибли, мы только одни остались в живых. Нас ожидает еще битва с боссом игры. Готовимся, в общем-то, к ней. Так все легко будет отсюда выбраться-то. А вот оставьте и он меня. Появился. Уходите, живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем. Уходите, я сам с ней справлюсь. Только с моей помощью. С ума сошли, уходите! Так, мне нужно что-нибудь... Хотя... Так, сходимся на месте. Ну что ж, начнем битву с боссом. Тихо. Вот да, чёрт! Не хилка ж он. Теперь не достали пушки. Плохо дело, да. Номад, разберись с пушками. Ага. Похоже на защитное поле. Псих, давай поближе. Номад, передаю сигнал на твой костюм. Мы под обстрелом. Не могу приблизиться. Номад, разберись с пушками, чтобы мы могли подлететь поближе. Выполняю. Отлично. Ну да, уничтожаем, в общем-то, эти пушки, 4 пушки, в общем, уничтожаем гранатометами. Все, так, готово. Тих, подлетай как можно ближе. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ха, я тоже. Давай, включай защиту. Отлично, держи высоту. Номад, приготовься. Да что, поскольку появился-то? Кажется, работает.
Черт! Эти твари нас окружили! Избавься от них! Маскировка включена. Ой, только на меня не падай. Какого хрена? Отлично, просто на меня упало. Чуть меня не убил. Так, готово! Давай. Поле отключено. Поджали эту тварь из атомной пушки. А, понятно. Я уж думал, ты этого не скажешь. Какого хрена? Как меня заморозили? Я был в это... Я чуть не понимаю, как меня заморозили-то. Я же был в невидимке, в маскировке. Да, пока меня не убьют, либо меня не разморозишь себя пока. Но... Это вряд ли, да. Но непонятно вообще. Что происходит? Маскировка включена. Держись! Кажется, работает! Черт! Эти твари нас окружили! Избавься от них! Сволча. Да, блин, а. Вот сволча. Сейчас паду прям близко, взорвутся вот мне. Крышка не придет, а мне пиздец будет полный. Хотя нет, еще это кого. Так, все, уничтожаем эти штуки. Поджали эту тварь! Из атомной пушки! Я уж думал, ты этого не скажешь. Блин. Так, давай, быстрее целься. Недостаточно энергии. Отлично. Один готов. Маскировка включена. Ну да, один готов. Теперь пора второй пушку нацеливать. Снимать, в чем защиту со второй пушки. Нифига себе, конечно, по мне не залпом там стреляют. Тут их много! Прикрой нас, номад! Спасибочки, приземлился ко мне прямо очень близко. Черт, пушка еще целится в меня. Как бы не убил. Живой. Так, еще два пути. Второе поле отключено! Продолжай, приятель! Уничтожь эту пушку! Прицелься из-за сейчас пушки! Дело. Отличный выстрел! Да блин, меня заморозили. Ой, а нет, все, разморозился. Фу. Наконец-то. Первый этап как бы прошли, первый этап битвы с боссом. О, черт! Держись! Номад! Эта штука нас сейчас потопит! Разберись с ней! Сейчас разберусь. Так, сейчас жам эту пушку быстро. Так, быстро-быстро. Помечаем. Давай. Все, готово. Так, люк открыт. Маскировка включена. Так, теперь стреляем очень. Поджари этого сукина сына! Ну да. Получай. Получайте, говнюки. Сейчас рванет, номер! Вперед! Ой, все, валим, все. Корабль очень-то полностью разрушается. Нам нужно просто очень валить отсюда. Да сейчас очень бегу уже со всех сил. Как могу вообще бежать. Просто очень бежим как раз к этому нашему шаттлу. Так-то мы корабль полностью уничтожили. Быстро! Да. Комиссия вот гости по этому. Ты справишься! Ладно, все, побежал нафиг с ними разбираться, потому что нет. Да, только меня не замораживай сейчас, вот только не хватало. Так, все, ускорились, побежали. Быстрей! Прыгай! Вперед! Прыгай! Ты справишься! Держись! Давай, псих! Вперед, живо!
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Принимай. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это пророк. Он жив? И похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся. В общем, на этом как раз заканчивается таким образом мое прохождение игры Crysis 1, первой части из всей серии Crysis, которую я решил просто перезаписать, потому что старые прохождения у меня были не очень такого хорошего качества, ну и в плане еще того, что я решил сделать прохождение более хардкорное на самых максимальных уровнях сложности, а первый Crysis я прошел на офицере, а не на спецназе, который является самым максимальным уровнем сложности, спецназ, а не офицер. Ну что ж, добавка, в общем-то, думаю, скажу о том, что то, что, в общем, произошло потом, после игры, нам не раскрывается, то есть, что произошло именно с Номадом, с Психом, с Пророком, с Ириной Розенталь, как погиб Номад, в общем-то, с Ириной Розенталь, это, в общем, нам не раскрывается, ни в первой части, ни в Crysis 2, ни в Crysis 3, ни, в общем-то, дополнения там никакого не вышло, в плане этого. Хотя, в общем-то, как бы, если, в общем-то, хотя, в общем-то, я знаю, что раскрывается, в общем, это все в комиксе в одном, который, в общем-то, жалко, что его... Который, в общем-то, жалко, что вот нельзя вообще найти нигде в России, то есть он не продается вообще. Конечно, в интернете можешь поискать, но вот в интернете я как бы пытался найти, но тоже не нашел никак в русском переводе. Он только, в общем-то, в английском имеется, да и то, в общем, частично. То есть там некоторые два, в общем, по-моему, это... выпуска этого комикса только имеется в английском переводе. Остальные вообще не найти нельзя никак вот. Потому что жалко. Нельзя вот так узнать, в общем, судьбу Номада и, в общем-то, Ирины Розенталь, как они там погибли в этой, в общем-то, части Крадиса на том острове. Да и с Пророком тоже там вообще непонятно, что там с ним произошло. Ну ладно. В общем, на этом заканчивается таким образом мое прохождение игры Crysis 1. Увидимся по прохождению игры Crysis Warhead, дополнение к первой части Crysis. А это пока что все. Спасибо, в общем-то, всем за просмотры, за лайки, за комментарии, за, в общем, прошлые, которые уже есть, прошлых серий, которые уже успела выложить. Ну и, конечно же, будущее. Это пока что все. С вами был Михаил. Увидимся в новых прохождениях на моем канале. Всем до скорых встреч, удачи и всем пока, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем до скорых встреч.